Переведено и озвучено по версии... Здорово, ребят. Вы, возможно, могли видеть наш стрим на прошлой неделе, где Фетчи рисовал самый эпичный скейт-билд. В будущем мы, возможно, сможем построить даже что-то более безумное, чем это. Но сегодня, и это факт, это пол лава. Полоса с препятствиями в Брейлхаусе. Это ли не безумие? Мы использовали 17 фигур. 17? 17. Ну вы монстры. Не считая 5 ступеней и 3 ступеней. Вау, впечатляет. Итак, что мы будем делать? Эти ребята попытаются проехать по препятствиям весь путь. Правила такие. Нельзя убирать обе ноги с доски. И вообще нельзя касаться бетона. Нет, потому что если ты его коснешься, ты загоришься. Потому что бетон вообще-то лава. Итак, сейчас мы проведем вас по полосе. Я вроде как уже что-то видел. И вроде даже что-то понял. Но мне пришлось использовать широкоугольный объектив, чтобы сделать превью для видео. Она огромная. Ну, погнали уже. А, начинаем мы здесь, да? Ну да. Вот тут можно дропнуть. Съезжаешь здесь. Потом резко влево. И потом... Уолли вот сюда. Ну или 50-50, но она поломана. Короче, то, что безопасней. И потом дальше. Резкий поворот направо. Ага. Это похоже на долбанный Марио Карт. Потом Олли сюда. Погляди сюда, Марио, погляди. Похоже на нормальный бокс, а потом смотришь сюда. А там вырез под 3 ступени, из-за которого он качается. Окей, у вас там доска и 2 палочки, да? Это безопасно. Потом Олли сюда. С шатающейся штуки. Потом сюда. А потом нужно запрыгнуть сюда. Ага. Прям наверх. Ну, это сложно. Я тестировал каждое препятствие по отдельности, но не все вместе. Так что здесь сложность в том, чтобы приземлиться и удержать баланс. Если слишком наклониться вперед, то можно упасть. Она скользкая. И это факт. Возможно. Это дополнительная сложность. Она скользит, если ты Узи. Едешь сюда, поворачиваешь у динозавра. Надо объехать. Ты объезжаешь вот здесь. И делаешь здесь бэк-50, фронт-50 или просто запрыгиваешь с Олли. Да, я думаю, я бы так и сделал. Я с наклонными гранями особо не дружу, у меня нет щелчка. Потом просто едешь, едешь. Это, наверное, самая простая часть всей полосы. Потом вот здесь надо подталкиваться. А здесь надо сделать трюк или просто разогнаться? Если хочешь, то не надо даже разгоняться, надо просто это использовать. Ну, грубо говоря, это первая часть. Простая часть. Ах, простая. Ребят, вы думали, то было безумие. Но теперь все будет просто ужасающе и немного опасно. Узи, я немного переживаю за твое здоровье. Да я сам боюсь. А говорил такой, да гейп, у тебя тоже получится. А сам за себя боится. Подъезжаешь сюда, и не нужно набирать скорость, если не хочешь. Но нужно как-то использовать эту грань. Грайнд, слайд или просто сделать Олли. Потом ты съезжаешь и приземляешься здесь. И подъезжаешь к этой штуке, которая держится на... На одном дюйме. Не-не-не, посмотри под нее. Там все безопасно. Этот огромный тяжелый кикер держится на 3 комплитах. На 2 комплитах и одной просто деке. Ты только глянь, Марио. Надежно. А потом нужно сделать резкий разворот сюда. Да. Потом съехать. Это... Она просто упала, окей, успокойся. Она вот отсюда соскользнула, видишь? И теперь держится на металле. Короче, нужно съехать отсюда, перепрыгнуть вот здесь. И, наверное, самая страшная часть для меня, если бы я это делал, этот рейл. Выглядит все не так плохо, но тут проблема в скорости. Да, с той рампы съезжаешь очень быстро. А тут не так уж и много места для щелчка. А вот тут колесами задеваешь? Если делать бордслайд, то да. Потом после этого ты приземлился. Делаешь Олли обратно сюда. И потом просто... Перебираешься на скамейку. И потом заканчиваешь здесь, и это финишная черта. Ты в безопасности. Понимаете, что я имел в виду, когда говорил, что эта штука ненадежна? В принципе, все сделано настолько хорошо, насколько возможно. Но некоторые элементы ненадежны. А вы будете ездить по очереди? Или как это будет выглядеть? Ну да. По очереди. Окей, ну тогда. Вот она, наша смертельная полоса препятствий. Не трогай пол, потому что пол — это лава, смертельная полоса препятствий. Об этом сложно говорить. Но это будет весело. Они строили эту конструкцию последние 45 минут или час. Так что я надеюсь, вам понравится это видео. И мы уже начинаем. Тебе нравится моя прическа, да? Что скажешь, а? Нравится? Предвкушая веселье, я отдам этот микрофон Узи Дэниелу, чтобы слышать всю его ржачную... Мудрость. Мудрость. И все его взывания к Бекки.
Это Фетчи Поттер, я Гейб Крюс, это Узи Дэниел. И мы начинаем это видео. Давай, Фетчи, вперед! Каким-то чудом моя опора сдвинулась. Почему это сдвинулось немного? Дайте я поправлю. Чувак, это было стрёмно. Что случилось? Она скользкая. О, это ледяная скамейка. В принципе, это не так сложно, но есть свои тонкости. Хорош! Хорошая концовка. Вот здесь страшно. Я первый раз здесь попробовал. А я думал, ты уже делал. Это последняя часть вообще жесть, чел. О, да. Я попытаюсь, как бы уродски это ни выглядело. Для меня любая полоса препятствий смертельная. Держи ногу на доске! О, нет! О, нет! Я сделал пауэрслайд и оказался не с той стороны рейла. Нет! На последней части ты даже не затормозил. На самом деле это очень весело. Ледяной каток. Готово. О, чуть не погиб. Это для Бекки. Делает Олли. Отталкивается. Носит яркую желтую футболку. Бекки любит желтый. Я упал в лаву. Парень, да ты горишь! Стою прям в лаве. Там что-то упало, погоди. О, очень чисто. О, вперед к Фиблу! Высокая скорость! 40 километров в час! Смит! Смит на Фибл или типа того. О, на этот раз он сделал Оли, отлично! О, держись, немного неуверенно. Но все еще держится. Ноги на доске. Окей, главное не перестараться. Попробую фифты. Чуть не упал. Отлично, теперь сложная часть. Это как подземный уровень в Марио. В Супер Марио. Я всегда лажал в этой подземной части в Супер Марио.
That's what this is. У меня и так тут был ушиб довольно жесткий. Из-за него будто в пальце кровь перестала циркулировать. От этого не стало лучше. В смысле, стало хуже. Это было круто. О, я думал, я сделаю. О, он сделает. Сделает. Блин, чувак, я не понимаю, как ты прошел эту последнюю часть. Какую именно? Да в принципе всю. Ты сделал Олли на воск. Потом Олли сюда, а это вообще как лед. Ощущения прекрасные. Теперь можно по лаве ходить. Теперь я избранный. Ты обязан сделать. Окей. Вот это забег. Да, это было ловко. Чувак, даже я устал. Так что могу представить, что ты чувствуешь. Окей. Этот угол вечно меня сбивает. Это самый худший билд, который мы делали. Эта штука. Да тут повсюду призраки, злые духи, демоны. Я не знаю, но... Я ненавижу все сейчас. Я за свою жизнь, наверное, 35 раз Смит не смог сделать. И все они были в этом видео. И тот раз, когда я спину ушиб. Но кроме этого... Я пытался съехать там и чуть не погиб. Просто пытаясь заехать на рейл, чтобы убедиться, что я это могу. О, боже. Пытался съехать. Я впервые в жизни так сильно ненавижу какое-то скейт-препятствие. Будто моя жена забрала детей. А потом, когда она ушла с ними, она купила им мороженое. И они такие: «О, мама, мы тебя так любим, а папа отстой, он даже Смит сделать не может». Ну, я даже не знаю, что сказать, я даже ничего не сделал. Ты дал мне и Фетти, и аудитории немного качественного развлечения. Это падение. Срыло. Это падение, Фетти. Оттуда оно выглядело еще смешнее. Я нанес себе психологическую травму. Мне придется посетить психотерапевта. Или как он там называется? Фетти, ты финишировал. Финишировал 3 раза, что скажешь? Было весело. Тебе понравилось? Да, но в конце было, конечно, сложно. Как думаешь, может, можно улучшить что-то? Или это уже вершина? Мы это сожжем. Несите спички. Да, я думаю, можно что-то исправить, наверное. Да, было весело. Мне понравилось смотреть. Мы начали со стрима, на котором все распланировали. Потом они еще час это строили. И теперь они проехали. Фетти это вывез как босс. И мы очень рады, что мы смогли это сделать. Как я и сказал, надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и оставьте комментарий. Это Узи Уокер Дэниел, Фетти Поттер.
GabeCruz01 и MarioSB95. Не стесняйтесь подписываться на нас в Инстаграме. И поделитесь этим видео со своими друзьями, потому что было весело его делать. Спасибо за просмотр, еще увидимся. Его накрыло. Вот оно. Оно здесь. Таким я его еще не видел. Но разве что тогда, когда он упал на рейл спиной. Вы это видали? Да. Вы, ребят, такие злые.